Ну, по-любому. В любом случае, у спецслужб есть доступ ко всем нашим аккаунтам, и я в этом тупо уверен. Человека можно вычислить буквально за секунду. Практически все, что... все ваши поисковые запросы в Гугле сохраняются, они никуда не деваются. И практически все, что с вами происходит, все ваши болезни, когда у вас болел живот, когда вы там подвернули ногу, когда вы переживали какой-то кризис в отношениях. Короче, если кто-то там, большой брат, если он захочет восстановить малейшие подробности в вашей жизни, он это сделает просто вот очень легко. Поэтому, ну, что ж, это, конечно, не очень приятно, но с этим нужно мириться, потому что, да, мы там, определенная степень свободы теряется, но приобретается гораздо большее, гораздо, ну, не знаю, интернет. Это ведь здорово, там столько информации.